Чтобы плести короб, любой короб, я всегда сделаю вначале форму. Вот как я сделала эту форму. У меня были с почты уголки картонные, и между ними я еще просто картон приклеила, ставила. Мои вот со всех сторон как выглядит. Донышко не устанавливала, я потом покажу, как я сделала в донышке. Так, вот мой размер 29,5. На 39,5 высоту я сделала 30 сантиметров. Вот как внутри он у меня будет зафиксирован. Внутрь я положила уже готовый короб. Это пластиковый, пластмассовый короб с игрушечками. И вот это он у меня будет держать, никуда ничего не шататься. По дну формы, ровно так же, как и дно формы, у меня вот этот вот лист бумаги, выкройка, так, такая вот выкроечка. По ней я расчертила стоечки через 3,5 сантиметра. Вот от угла, и вот так вот я расчертила эту сторону и эту сторону. Вот рассчитала и вот сделала надсечки на фанере. Значит, донышко у меня для этого короба фанерное донышко. Оно у меня уже вскрыто морилкой, покрыто морилкой с двух сторон. И лаком покрыта одна сторона. Вторую сторону я пока что не покрывала лаком. Буду покрывать все изделие, финишовать. Тогда я и крашу и ту сторону. Ну, эту тоже я буду и второй раз красить. Что я, значит, уже сделала? Так, по выкройке, выкройка. Выкройка меньше, нежели фанера со всех сторон, как видите, на 1 сантиметр. По всей площади. С этой стороны, с этой, со всех сторон. Она меньше выкройка. Почему? Потому что трубочка своей толщиной, учитывать надо трубочку. Вот оплетание и, ну, я это уже рассказывала, когда я прила короб для игрушек. Ну, в этом тоже я вам покажу. Обязательно я должна учитывать толщину трубочки. Крепить стоечки я буду пистолетом для скоб и вот мои скобы. Скобы я взяла 6 миллиметров. Вот я их покажу вам. Не беру толстые, так как фанерка у меня 6 миллиметров толщиной. Вот я и пристреливать буду ими. Так, мои трубочки. Вот эти трубочки для стоечек у меня из полосы 10 сантиметров. На спицу 1,2 миллиметра. Покажу я вам, уже начала пристреливать. Вот покажу я вам, как я их буду крепить. Вот. Расчертила я меточки, но специально положила я выкройку, потому что тут не видно, разметила как я. Отступаю обязательно от края где-то 0,5 сантиметра. Ну, так, там даже 4 миллиметра. Вот, и пистолетом пристреливаем. Беру следующую трубочку. Там, где серединочка, я приминаю. Обязательно. И вот примерно пополам я ее сложила. Все, устанавливаю в следующем месте. Вот у меня, видите, черточка. Вот, сейчас я разверну. Для стоечки. Вот здесь у меня будет центр стоечек. Стоечки я планирую тройные. Вот так. Буду оплетать, и это все обязательно выведу одинаково. Вот беру рядышком, устанавливаю где-то посередине эту стоечку. Посередине, между стоечками. Вот здесь вот я их пистолетом скобочку ударю. И от края 0,5 сантиметра. Все. Все самостоятельно. Все стоечки я пристрелю.
И вот смотрите, на уголочке, как у меня это будет. Здесь у меня будет одна еще третья посередине стоечка. И вот так вот я пойду везде. Так, сейчас расскажу о трубочках. Мои трубочки из полосы 8,4 сантиметра. 8,4 сантиметра. Накручены на спицу 1,2 миллиметра. Подготовила я вот здесь вот по 200 штучек. 5 цветов, 5 оттенков. Это все из вот этого, значит, палисандр, лазурь аква, декоративно-защитное средство для дерева на водной основе, палисандр цветом. Он очень темный, вот как вот нарисован на этикеточке, вот такой вот темный цвет, такой вот он и есть. Я его разводила водичкой и добивалась вот таких оттенков. Вот видите, я даже пронумеровала 1, 2, 3, 4, 5. Светлее, потемнее и в темный. Здесь один к одному, здесь еще жижа. Ну, в общем, вы поняли смысл. Мои трубочки вот эти, это для плетения. Для плетения я их потом еще обработала дюфа плюс вода и в пакетик на ночь. Они у меня отлежались, стали мягкие. Скруточка в них уже скрутилась, все меня устраивает. Можно плести. Сейчас я их еще достану кончиками наружу, немножко краешки подсушу, и можно будет плести. Потом о стоечках, что хочу сказать. Стоечки у меня накручены на полосу из 10 сантиметров полоса. На спицу тоже 1,2 миллиметра. На стоечке я трубочки обрабатывала лаком, чистым лаком. Вот покрывала их после колировки тем же палисандром. Я решила сделать их такие же, вот темные, как пятый цвет у меня под номером 5. Вот это будет для стоечек цвет. И, значит, покрыла его, эти трубочки у меня лаком, только лаком. И высушены. Они сухие. Я буду работать сухими трубочками. Если мне где-то надо будет увлажнить, но я не думаю, что мне надо будет увлажнить, я вам обязательно это в процессе расскажу. Вот. Вроде о трубочках я все рассказала. После того, как в фанере сделаны все стоечки пристрелены, я устанавливаю внутрь, в общем, вот фанера. Вон внутри уже форма у меня установлена. Вот она. На форме, так как у меня будут цвета меняться, мне надо же рассчитать, чтобы это все ровно было, одинаково равномерно вплетала я цвета. Вот я и у меня высота будет 20 сантиметров мой короб. И я по равным частям, получается 20 на 4 по 5 сантиметров сделала полосочки. Вот вверх у меня эта черточка. И вот это вот у меня середина изделия. Тоже я пометила. Вот и буду рассчитывать цвета по этим меточкам. Первый ряд у меня веревочка из трех. У меня будет здесь темный, потом в светлый я перейду и темным закончу. Итак, я начинаю с самого темного цвета. Устанавливаю свои рабочие трубочки для веревочки из трех. Прямая веревочка. Первый ряд и, наверное, и второй ряд я буду оплетать здесь по две стоечки. Я их в первом ряду все ровненько установлю, оплету. Второй ряд зафиксирую, только где-то на третьем ряду я вставлю сюда еще между этими стоечками еще по одной рабочей стоечке. Итак, начинаем. В первом ряду я должна вот эти все в разные стороны торчащие стоечки, в общем, все их в порядок привести. Так, все. Раз, два, за третью. И выставляю все их ровно. Беру линейку обязательно и слежу за тем, чтобы у меня расстояние было одинаковое между стоечками. Все буду проверять. Выставляем.
Так, сейчас у меня будет наращивание, не буду я показывать вам наращивание. Такое же оно, как и во всех изделиях, чтобы не тратить ваше время. Вот так вот я пойду до конца. Я проплела два ряда прямой веревочкой из трех. Единственное, я вам напомню, что я не показываю, как я ее плету. Напомню, что каждый ряд я закрываю. Веревочку из трех я закрываю. Первый ряд. Почему я не вставила стоечки? Потому что еще все, ну, и смотрите, и второй ряд уже тоже еще немножко все так живенько. Если бы, и вот здесь вот еще маленькое расстояние. Если бы я на первом ряду вставила по третьей стоечке моей запланированной, то она бы выпадала. А так уже у меня есть вот здесь вот место, где она будет зафиксирована, что между стоечками, что здесь вот более-менее. Поэтому я сейчас после второго ряда и вставлю еще свои запланированные еще по одной стоечке между этими стоечками. Значит, там, где скрутка, я немного срежу. Немного вот где-то вот так я срезаю. Шилом раздвигаю свои... Я уже начала тут, вот покажу вам несколько. Шилом раздвину. И просто вставляю туда ее, стоечку между. Все. Ни клея, ни капаю, ничего. Она будет себе там зафиксирована, что рядами. Вот она, уголочек, как я поступаю. Тоже посерединочке. Шилом раздвигаю. И в серединочку вставляю. Все, со всех сторон. Все, так я со всеми стоечками поступаю. Так, еще что я не озвучила, что всего у меня получилось 38 стоечек тройных. 38. Так, вы просили снять, как я в прямоугольном коробе в уголках работаю. Значит, смотрите, вот веревочка из трех. Дошла я. Вот, через две за третью. Третья у меня получается угловая. Я обязательно проминаю, чтобы мягко в углу там оно все легло, хоть и изнутри, но чтобы это было мягенько. Вторую беру через две за третью, вот сюда она должна пойти, но там, где сам уголочек, я вот опять же проминаю пальчиками, завожу за стоечки по узору. И последнюю третью тоже именно где угол, тоже там я приминаю. Так, здесь теперь у меня пойдет наращивание. Все, и плету дальше. Проплела я три ряда веревочки. Один прутик я прячу. Вот эти два я буду наращивать, так как у меня дальше пойдет ситец. Ситец у меня уже дальше пойдет цветом номер 4. Чуть светлее пойдет уже у меня цвет. Я проплела 2,5 сантиметра. Я так высчитала, что каждый цвет у меня по 2,5 сантиметра. Не ряды, а вот я буду мерить сантиметры, чтобы плавно перешел у меня цвет в цвет. Вот, сейчас я перехожу, наращиваю другой цвет. Так, там у меня веревочка из трех закрылась. Вот. И следующий ряд я иду ситец вдогонку двумя трубочками. Так, напоминаю, как я его плету. Первую беру, через стоечку завожу, пропускаю одну за стоечку, завожу. Первую трубочку обязательно отмечаю, вот здесь у меня отмечен, что это начало ряда, заканчивание и начало ряда. Вот видите, у меня уже пошли немножко светлее трубочки. Так, здесь будет наращивание. Вот, и опять же я не забываю, что уголочек я проминаю. Вот здесь тоже наращивание будет за стоечкой. Все, наращиваю плиту ситец вдогонку. Проплела я еще
2 сантиметра, это у меня уже здесь вот 4, я линеечку приложила, и мне пора поменять трубочки на следующий цвет. У меня был 4, теперь 3 у меня цвет. Еще немножечко светлее на тон. Вот и буду сейчас я этим цветом теперь дальше плести тот же ситец, 1 на 1. Ситец, я еще раз напоминаю, я не состыковываю ряды, я иду просто по кругу. Не забываем следить за уголочками. Я их зрительно вот так вот всегда смотрю еще так, чтобы они вот здесь вот ровненько шли. Ровненько. Ну, здесь веревочка из 3 прямая, поэтому она немножечко будет выпуклее ряды, нежели вот эти. Это тоже я, ну, понимаю это. А эти уже одинаково тоже смотрю, зрительно проверяю. Уголочки, чтобы все зрительно я видела тоже. Вот каждый ряд проплела я какой-то ряд один, да, и смотрю, следующий прошла, и каждый уголочек проверяю, каждый. Все, вот так вот я плету. Сейчас третьим цветом. Так, наращивание. У меня уже промазанные заготовленные трубочки. Вот я нарастила, и уголочек проминаю всегда, что он идет хоть под стоечки, хоть над стоечки, все равно я проминаю, чтобы вот здесь вот у меня угол плавно лег, никакой не был там залом, куда ему захочется, а только так, как я его промну, вот так вот плавно, чтобы он там себе тоже внутри сидел. Точно так же, когда я пойду сверху трубочку накрывать, тоже я ее проминаю. Вот так вот я продолжаю плести. Еще 2 сантиметра я проплету ситцем этим же цветом, номер 3. В середине у меня запланирован такой красивый узор, чтобы, ну, вот в центре я хочу как-то выделить корзинку. Вот я и сейчас покажу этот узор. Так, смотрите. Вот мой предыдущий ситец. Вот мой заканчивается ряд. Вот я подставила к этому ситцу, вот предыдущего ряда первой трубочки, 2 трубочки подставила, так как он у меня будет плестись ряд 3 трубочками, тоже с ситцем. Вторую трубочку от ситца я оставляю одну. Смотрите, здесь я делаю через трубочку ситец плету. Через стоечку. Обычный ситец, но уже 3 трубочками. Этой трубочкой я через одну по над этими 3 трубочками за стоечки. И буду делать вот такие вот. Вот такие. Здесь надо нарастить сейчас вам. Сперва наращу и покажу. Все-таки вот так под стоечки вниз, чтоб шло, а здесь тогда получается накрываю вот так. Уголочек, обязательно уголок я проминаю, сделаю это по одной трубочке вот так. Смотрите, я промну, чтобы угол был мягкий. Поворачиваем, за стоечку следующую. Ситец, но уже 3 прутиками, трубочками. Так, возвращаемся к вот этой одной. Значит, здесь у нас было под. Вот здесь под, а это уже идет над. На угловую стоечку. Вот так. И это идет. Тоже как бы через одну я чередую. Вот, вот так вот волной идет. Здесь она идет сюда. Значит, под трубочки вот сюда.
немножко. Так. Вот сюда. Но здесь прежде я наращивать буду трубочку. За стоечкой. Вот я смотрю, что она сюда пойдет. За стоечку. Вот так. Оставляю ее вверху, так как здесь вот эти тройные мне тоже надо нарастить. У меня уже тут за кадром трубочки промазаны. Вот, смотрите, папочки там есть, поэтому я не отвлекаюсь на промазывание. Вот заранее сделала это. Так, это здесь. Тут все уже по узору. Этот весь ряд я так делаю. Смотрите, эту одиночную вывожу вниз. Здесь все поправим. И уголочек не забываю посмотреть на него, вот чтобы ровно было. Так, здесь идем под тройные трубочки за стойки одиночную. Вот так. Ой, закрываю ручками, все, ничего не видно. Вот так. Ну и так до конца ряда. Этой тоже через одну петляю над тремя, под тремя. А эти три идут как ситец. Все, до конца ряда. Вот дошла я заканчивание ряда, вот моя меточка, начало и заканчивание ряда. И этот ряд я заканчиваю, просто обрезаю свои рабочие трубочки, вот эти, которые были у меня ситцем, плелись из трех трубочек. Вот смотрите, как за стоечку я должна спрятать хвостики. Смотрите, вот отсюда у меня вышли изначально, вот я эти накрываю. И за эти стоечки я спрячу, просто завожу под плетение. Возьму сейчас шило свое. Вот. Эти немножечко подвину и по одной аккуратно их туда уложу. Под плетение. Хотя их надо подрезать не так, чтобы их же не видно было. Аккуратно, чтобы за стоечками в срез был. Немножечко надо меньше, вот так, сюда и сюда, но на уголочек тоже, потому что чтобы меньше было утолщения. Все прячем за стойки. Перед теми, но за стоечки. Все, следующий ряд я буду начинать новыми трубочками. Эту я оставляю. Так, берем опять же новых три трубочки, приминаю начало, и вот так они мне должны пойти. Если здесь было у нас подплетение, то следующий ряд должен быть над плетением. Ситец из трех. Вот так. Хвостики за плетение спрячем. Вот. Так, здесь по узору тоже смотрим, чтобы шло вот так. И. Теперь оно должно вот здесь вот идти. Значит, тоже надо обрезать. Тоже я прячу эту трубочку за плетением. За плетением. Оставляю ее, потом в следующем я ее накрою. И начинаю новый ряд. Он должен идти так, так.
Так, вот этот вот следующий ряд, я вот эту трубочку, которая у нас одна идет, я ее пока что вот так вот оставила. И вот смотрите, как я начала. Отсюда ее вывела и пошла ситцем. Здесь были у нас надплетение, значит, следующий ряд из трех у нас под плетением. Эта трубочка вот завела, через одну пошла. Вот так. И угол тоже я учитываю. Завожу под низ, значит, здесь вот так. Вот. Облетаю, не забываю проверять угол. Вот. Все, до конца ряда. И не забываю менять через каждые 2 сантиметра трубочки, цвет я имею в виду. Менять цвет. Сейчас у меня цвет уже номер 1. Самый светлый. Так, все, эту я сейчас наращу. И все. Ну, в общем, встретимся в конце ряда. По наращиванию стоек. Некоторые я уже здесь нарастила, но сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот несколько у меня тут осталось. Смотрите, значит, если вот у вас стоечка. Мои стоечки, напоминаю, сухие. Стоечка с круткой вверх. И вот стоечка полой частью вверх. Значит, та, что с круткой вверх. Мы ее... Ну, вот как вот вам нравится, так вы и смотрите и отсекаете. Вот на уголочек. Потом берем стоечку, тоже сухую. И ту часть, где... Капаю клей, наращивание делаю. Там я капаю тоже клей. Вот. Так же самое и стоечки. Так, возьму сейчас шило. Ну, можно и ноготочком. Вот здесь вот немножечко приминаю, чтобы заузить. И вкручиваю. Аккуратно вкручиваю. Все. Вот она, наращенная. И лишнее отсекаю. Так, теперь перейдем к той стоечке, которая широким краем. Не там, где скрутка, а широким краем. Я туда капаю клей. Вот. И стоечку в любом мне нужном месте на уголочек. Показываю на уголочек. Так, вот на уголочек я отрезала. И сюда ее вкручиваю. Вот так. Нужную мне длину делаю. Еще раз на уголочек. Капаю клей. Широкий край. И наращиваю. Ну, вот так вот я наращиваю стоечки. 3 ряда я проплела вот этими вот таким узором. 3 ряда всего. Ну, получается, из 3 и перекрестный один вот пошел у меня. Одной трубочкой перекрестный и тройной. Это я считаю как за один фрагмент узора, второй и третий. Вот только 3 я сделала. Теперь я пошла опять ситцем и пойду я вот так вот, как здесь, вот так вот в обратном порядке здесь. Точно так же буду я цвета менять, буду через каждых 2 сантиметра переходить теперь в более темные тона и дойду до самого темного, вот так, до края. Каждый ряд я делала изнова, начинала, потому что, ну, толщина, и чтобы состыковать ровненько, так как толстые идут ряды, поэтому я так придумала. Вот я вам покажу, как там, ну, прячу трубочки, вот по возможности прятала их. Ну, я вам показывала, как вот эти я прятала. В общем, теперь смотрите, как это выглядит. Вот. Так, продолжаю плести, меняя через каждых 2 сантиметра цвет на темнее.
Короб мой уже прогрунтован. После того, как я прогрунтовала, я сняла его с формы и сделала здесь загибочку. В три прута разгу. Вот так. На уголочках я вот приминала и просто отдыхалась. Все, теперь надо крышечку делать. Вот получилось каким узорчиком. Все, крышка.